отгремели белорусские гастроли нашего замечательного Ярослава Сумишевского. Жизнь продолжает бить ключом. Приятные встречи, времяпрепровождение с сыном, ротация на радиостанциях «Новые песни» и большой праздник в семье Сумишевских. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы расскажем самые свежие новости из жизни Ярослава. Весна подходит к своему логическому завершению. Теплый и радостный май принес много приятных сюрпризов многочисленным поклонникам Сумишевского. Завершился его большой гастрольный тур по Беларуси. Завершающим концертом стало выступление в Витебске. Ярослав поблагодарил своих слушателей и зрителей и в соцсетях написал следующее. «Витебск, вы чудесный финальный аккорд нашего тура по городам Беларуси. Спасибо вам за теплый прием. Благодарю все города тура за наши теплые встречи». Как только Сумишевский вернулся домой, он устроил большую прогулку по Москве с сынишкой. Столица встретила музыканта солнечной погодой. Все прекрасно, семья счастлива. На творческом поприще тоже все замечательно. Последняя песня Ярослава «Мы друг для друга дышим» стоит в ротации нескольких крупнейших российских радиостанций, что не может не радовать. Кроме этого, Ярослав записал со своим другом Алексеем Петрухиным новую заводную песню, которая обещает стать настоящим хитом предстоящего лета. А сегодня, 23 мая, в семье Сумишевских настоящий праздник, у отца замечательного певца юбилей. В этот чудесный день Ярослав трогательно поздравил Александра Сумишевского в соцсетях. Музыкант опубликовал несколько семейных снимков и написал трогательные слова. «Папа, с юбилеем тебя! Спасибо за воспитание, образование, поддержку и любовь. Для нас с братом ты всегда верный и преданный друг, наставник и самый лучший отец на свете. Живи долго и счастливо. Мы тебя любим». Присоединяемся к теплым словам Ярослава и желаем всей семье Сумишевских радости, тепла и благополучия.